Доброго ранку всім, хто прокинувся. Триває наш ранок з програмою «Ранковий еспресо». У нашій студії вже є гість. Це Олексій Піддубний, він же Джанго, він же фронтмен групи «Джан». Тож, доброго ранку. Добрий ранок. Вітаємо вас в нашій студії. Доброе утро. Ми буквально тільки що з вами говорили, що ви полюбляєте бігати. Це якось відзначається на, можливо, творчості, можливо, під час бігу, під час тренувань з'являються якісь ідеї для аранжировок, для композицій, можливо, якісь тексти, ну, як варіант. Скорее ритмические какие-то. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну так вот. Ритм появляется какой-то. Ну вы просто все ваши песни, авторство ваше. Ну мои песни, авторство мое, да. Ну так. Можливо, ну... Если они мои. Я вообще, в принципе, вот я удивляюсь, когда говорят там, ну... Не буду называть исполнителей, да, но здесь песни такого-то человека, песни такой-то группы, песни такого-то, значит, исполнителя. А когда песни пишут совсем другие люди. То есть это очень известные проекты, сразу вам скажу. Но все люди говорят, что песни тех людей, которые их поют. И меня всегда это как-то забавляло, честно говоря. Потому что песни тех людей, которые их пишут, а не те, которые их исполняют. Ну, так, можливо. Мы же не говорим, что... Ну, в принципе, мы всегда говорим, что, например, песня «Темная ночь» — это песня Марка Бернеса, да? Угу. Хотя, на самом деле, Марк Бернес ее не писал. Он же ее спел, да? Он ее спел, сыграл. Ну, то есть, как актер, он, да, он исполнитель. Но автор песни совершенно другой человек, совершенно других два человека, да? То есть, автор есть, автор музыки, автор текста. Вот, я пишу музыку, пишу слова на эту музыку. А натхнення де берете? Як ви заряджаєтесь цим? Ну, натхнення – це така штука, кстати, є різниця між українським натхненням і російським вдохновенням. Тобто вдохновення – це те, що в духі, да? Тобто ви вдихаєте, а натхнення – це вас натхнули на щось, да? Тобто как бы вас толкнули, как бы, да? І ви там вот прибуваєте. А можливо, можливо, етимологія слова «надихнули»? А вот «надихнули» – це другое діло. Це, виходить, ага. Вот це вот, да. Поэтому «надихнути» і натхнення, воно как бы теряет немножечко, получается, свой смысл прямой. Это надо изучать. Это надо изучать. Я поэтому и говорил, что по-украински я песен не пишу, ибо я этот язык знаю не очень хорошо. Я все слова практически знаю. Я могу прочитать любой текст на украинском языке, могу что-то сказать. Пишу достаточно грамотно. У меня там пятерки были по украинскому всегда в школе. Однако писать стихи, это нужно понимать язык на уровне, корней слова и на уровне... ощущение, что это слово вообще, как оно играет и в каком контексте оно может быть использовано. Вот. Поэтому вдохновение – это такая штука, что ее получить как бы, или взять невозможно. Ее можно только заслужить. То есть нельзя специально взять и чем-то вдохновиться. Это нереально. Можно просто... дойти до этого момента естественным путем развития. То есть, например, скажем, вот если вы поможете кому-то, какому-то человеку в какой-то трудной ситуации или в беде, да, у вас возникает чувство радости, что вы помогли кому-то. Это может, тогда вам дадут вдохновение, да? То есть, или вас незаслуженно, допустим, ну, кто-то обидел, или... скажем, вы посмотрели какой-то фильм и заплакали, да, из-за того, что вы сочувствуете, как же так несправедливо так человеку поступили, да, это вот тогда, может, вот это обостренное восприятие может привести вас к вдохновению. А вы взагалі борете за справедливость? Как вы... Я бы не сказал, что я именно борец за справедливость. Скорее, я человек, призывающий к справедливости. Потому что я не знаю, что такое в данном, ну, сейчас, в наше время, что такое борец за справедливость. Можно, у меня есть друзья, я сам тоже когда-то занимался несколько лет там, воинскими искусствами, и наш учитель очень пропагандировал, он и сейчас этим занимается,
пропагандировал, скажем, добровольное патрулирование улиц на предмет, значит, очищения их от хулиганов. Это достаточно эффективная, да, эффективная штука. Да, он, они с ребятами были самыми... самыми... А у вас особисто было? Я не патрулировал улицы. У меня, я считал, что я как бы пока не дошел до того, до той степени владения боевой ситуацией. Я занимался года три. Вот ребята там занимаются по 7, 8, по 10 лет, и они практикуют, они настоящие бойцы. А я занимался для, в общем, для, как сейчас принято говорить, общего развития. То есть мне было интересно, я осваивал боевые техники и, в принципе, наверное, что-то такое умею. Но уличная ситуация – это немного другая штука. Здесь надо погружаться в это, ну, и быть очень быстро реагировать. Давайте мы эту тему залишим, а краще поговорим про вашу творчесть, про вашу музыку. А зря эта тема интереснее, я вам честно скажу. То есть музыка там, это все неинтересно, музыку нужно слушать. Как мне интересно, это же то, чем вы занимаетесь, то, чему вы просветили себя. Вы спрашивали, я борюсь за справедливость. Ну, а вы, до речи, вы в России, где больше концертов, в России или в Украине? По поводу справедливости. Вы все-таки хотите повернуться? Я хочу, да, я хочу, потому что я говорю, что... ребята, так сказать, бойцы, они стараются восстановить справедливость, скажем, пытаются спасти людей, которые несправедливо, которых несправедливо обижают, да, и которые не могут противостоять этому, да. Справедливость же существует и во всех других ипостасях, то есть в том числе и справедливость по отношению к собственной родной культуре, скажем. То есть я считаю достаточно несправедливым там, засилье, скажем, навязываемой моей нам буржуазной поп-культуры, которая, собственно говоря, из всех щелей лезет в виде там, гламура, всяких пропаганды золотишка, бриллиантов, там, наркотиков, алкоголя, сигарет и так далее, и так далее. То есть, в принципе, идет атака на нашу родную культуру. А мы сидим и курим. То есть мы сидим и смотрим, как нас поглощает совершенно чужеродная нам культура. Але люди, яким це подобається, і народ це сприймає, це слухає. Ну, можливо, вони вже просто, вони вже, знаєш... Слушайте, мало ли к чому можна приучити чоловіка. Можна і зайця научити курити, як говорила одна персонаж одного фільму хорошого совєтського. То есть, в принципе, если человека очень долго нагружать какой-то цікавой, так сказать, информацией, но которая находится вне его, да, вне его культурного развития. Зараз є дуже різні напрямки музыки. Є рок, поп, R&B, не знаю. Ну, а вы не заметили, что вы сейчас перечислили вообще? Вы сейчас перечислили все полностью англосакские названия, полностью все слова. Вы не сказали ничего ни про украинское, ни про украинское. Я просто не договорила. Є і фольк український. Фольк. Это что за слово такое? Фольк. Фольклорный. Фольк это что такое? Это английское слово, которое означает народ. А нельзя сказать просто народная музыка? Например. Можно сказать. А почему мы говорим фольк, а мы не говорим народная музыка? Ну, не знаю, можливо, це далі якісь моді. А я знаю почему. Чому? А потому что приучили так. Потому что приучили. Я с помощью вашего телевизора тоже, между прочим. Тарас, питайте нас. А як би ви визначили, просто я... читав про вас інформацію і постійно формат вашої саме музики, навіть ви не можете точно визначити, ну не те, що не можете, а вам просто доволі складно. Якби от ви зараз, на цей момент, визначили би формат вашої музики. Тому що якось ви називали його і романтичним роком. І навіть я по радіо чув, що етнонаціональний рок. Ну, тобто різні абсолютно такі формулювання підбиралися. Якби ви зараз визначили саме ту спрямованість вашої музики? Спрямованість – це мені ближче, ніж формат. Тобто, якби, якщо відповідати на питання, в якому форматі знаходиться моя музика, я б відповів в жанрі не формату, скоріше всього. Угу. Вот. Потому что я не думаю, что кто-то сознательно, конечно, хочет залезть в какой-то формат, например, R&B, Rich and Beautiful, да, то есть мы хотим быть богатыми и красивыми. Отлично мы все это показываем, да, то есть мы продаем философию богатства, значит, и так далее, и так далее. Это есть формат, который зарабатывает деньги, там, зарабатывает очки какие-то, там, бонусы, и опять же, еще раз повторюсь,
уже навязывают определенную точку зрения, что вот rich and beautiful это классно, значит, а вот поле, русское поле, это не классно, ну, это не модно, это как бы так сказать. А я вот недавно в одном фильме, в американском, не очень удачном, не помню, как он назывался, 13-го года, там в самом начале фильма была музыка, русский хор, скорее всего, какой-то военный, что-то типа краснознаменного, там дважды ордена Ленина. Вот, пели русскую песню. Человек так, судя по звуку, так человек 60, наверное, если не больше. Это потрясающе было. Я подумал, где, в каком народе вообще, где, в каком обществе и в какой культуре может существовать такая мощь, которая передается, пели там о поле русском или еще о чем-то. Я уже не помню. Текста я не помню. Но я точно помню это ощущение. Это величие бесконечного, огромного величия и силы этой музыки. Вот. И вот это здорово. А все остальное, то, что вы говорите, формат, в каком формате, в каком стиле, это все попытки отрегулировать то, что регулировать, в принципе, не нужно. Не нужно регулировать поэзию. В каком стиле писал Блок? В каком стиле писал Велимир Хлебников? В каком стиле писал Иосиф Бродский? В каком стиле писав і так далі? Зачем? Це може це буде філософська тема, про неї можна Конечно, говорити. Конечно, просто трохи обмежені по часу. Ми обмежені в часі. Це не проблема. Я можу піти. Ні, ви залишите. Ми знаємо, що ви до нас прийшли не з пустими руками, що є квитки на ваш найближчий виступ, і для цього, щоб наші глядачі отримали ці квитки, у вас є деякі питання. Поставте, будь ласка, це питання, а наші глядачі у Фейсбуці дадуть на нього відповідь і отримають ці квиточки на ваш найближчий виступ. Яке би питання ви поставили нашим глядачам? Ну, не знаю, ну, скажем, як звали великого поета Серебряного века Брюсова? Тобто його ім'я? Да. Ім'я та по батькові? Да, просто, да. Як варіант? Питання, шановні глядачі. Ні, можна просто ім'я. Просто ім'я. Я по батькові сам не знаю. Отже, ви почули питання, тож на сторінці Facebook відповідайте і отримайте квиточки на найближчий виступ Джанго в Києві. Якого числа? 27 числа в Caribbean Club. 27 червня. Дякуємо вам. У нас далі прогноз погоди і ранкове еспресо триває.